Этот значок стоит запомнить. Сейчас расскажу о компании NKG или Neumann Cafe Group в разрезе уже кофейной работы, скажем так. Ну, небольшой турчик вам из офиса компании, значок, который я вам показал, который называется Neumann Cafe Group. Вот. Это их эфиопское представительство. И управляет им моя очень хорошая знакомая, интереснейший вообще человек, собеседник, большущий профессионал своего дела по имени Цион. Вот. Это карта представительств Neumann Cafe Group. Все, что вам надо знать об этой компании, которую вы вряд ли слыхали, это самая крупная трейдинговая кофейная компания в мире. То есть то, что касается зерна, импорт, экспорт, они имеют представительство во всех странах. В Эфиопии лет 10 назад это было последнее представительство, которое они открыли. Но это монстр, просто такой невидимый монстр кофейного мира. Около 15% всего мирового оборота зеленого кофе они имеют, так чтобы вы понимали. Ну и вот Цион разрешила мне побаловаться у нее в офисе всякими штучками, которых тут полно. Видите, эфиопская кофейная церемония. Такое вот NKG Гамбург, немецкая компания в оригинале. Вот. Тут куча занятных всяких вещиц, таких, которые... Вот. Книги кофейные. Там даже моя интересная кофе завалялась. Мне уже за нее, правда, стыдно. Сейчас уже новое издание я для Цион сделаю, пришлю. Вот. Образцы кофе. Ну, это так, побаловаться, потому что, конечно же, они столько кофе продают, что... Прикольная эта карта Калди, да? Пас коз. Козы наелись, поскакали. Принес веточку. Понес ее в монастырь. Монахи приготовили. Жена его готовит. Смолол. Приготовил напиток. Ну и понеслась, в общем-то. И вот здесь уже поехала из... Дальше оно в Йемен и из Йемена по миру. Так, собственно говоря, кофе начал. Вот. Ну, это вот так интересно в офисе лежат. Вот разные образцы у них, с одной стороны. Да, это тот кофе хани, который называется с медом. Да, на нем остатки засыхает, он такой кофейное зерно. Но мне вот интересно вот эти палочки. Это, я сначала подумал, что это какой-то крест эфиопский. В нем зернышки лежат, то есть непонятно чего. На самом деле это раньше использовали на церемониях, сюда ставили чашечки и гостям подавали, видите, вот на расстоянии, ну как это, стик, селфи-стик-палка такая, да, селфи-палка, только тех времен. И вот подавали гостям на расстоянии вот так вот чашечку. Симпатично, я, честно скажу, первый раз это вижу. Это, видимо, раньше было, потому что сейчас ни в одной церемонии я этого не видел. Вот, мы кофеек выпили, и вот подносик такой, очень хочу его себе. Вот, чашечки, знаете, какие. Эфиопские. Ну, в общем, Сион здесь, даже подставка где-то здесь была под визитки, такая необычная. Вот, на столе. Сковородка. Вот на таких сковородках, ну, может, побольше жарят кофе. И такой вот палочкой помешивают. Карта Эфиопии. О ней отдельно хочу сказать, о регионах кофейных. Ну и здесь куча всего. По-моему, из цельного куска дерева, потому что очень тяжелая кофеварка. Картина вот такая сзади необычная. Какой-то интересный такой... Мистика кофейная, я бы сказал. Ну и, как и у всех кофейников, куча всяких прибамбасиков. Вот такой офис стандартный кофейный, кофейного человека. Но это не все. Мы давайте зайдем еще посмотрим, где наши друзья сейчас проводят каппинг. Вот, тут это вот комната для дегустации, то, что называется. Сейчас ребята вот капят.
Ну, итальянцы есть итальянцы. Итальяно, всем итальяно. Вот. Ну, не буду вас отвлекать, пусть ребята здесь за это самое. Тион. This is a story about you. Хелен. Это тоже наша подруга, она экспортер здесь. Хелен, ну, одна из таких самых уважаемых людей. Ну, в общем, вообще обожаю этих ребят, потому что настолько приятные, настолько сильные, в общем-то, как профессионалы, поэтому... I know. Professionals, it sounds in all languages. I join in a second. Мешки их, НКГ. Кофейная церемония тоже. У меня эта картинка где-то висела давно на заставке. Ну и как всегда, куча разных кофейных карт мира. Опять вымпел НКГ. Ну, это все-таки торговая компания, поэтому, конечно же, биржевые зарисовки присутствуют, да, то есть, вот, ну, это традиционная карта такая, она у меня в офисе висит, кофе по миру, вот, а здесь уголок у них такой кофейно-церемониальный для гостей, вот расставлено все, видите, вот, типичные аксессуары церемонии, чашечки, джибена одна, джибена вторая побольше, горелка для этих самых, для благовоний, кофе как бы, ну, вот так, для гостей, чтобы побаловаться. У меня с прошлого раза есть фотографии, я сижу за этим, в общем, и рисуюсь. Тоже классная картина, такие яркие у них картины, здесь мне так нравится. Я в живописи не особо разбираюсь, но поскольку я люблю кофе, то... Вот такой прикольный стиль, все время такие яркие краски у эфиопов. Тоже картина. Калди, опять его козы. Опять открыл монахи. Приготовил, попил. И тут вот арабы появляются. И кофе погнал по миру. Вот. Ну, такая вот. Ну, в общем, вот так вот вкратце. Neumann Coffee Group. Крутейшая компания. Просто круче, в общем-то, нет. Молодцы, серьезные очень ребята, что там говорить.